Итак, друзья, позвольте вас познакомить со вторым раджой провинции Саравак, той провинции, в которой я сейчас нахожусь. Его звали Чарльз Брук, и родился он 3 июня 1829 года. Вошел в Саравак 21 июля 1952 году, то есть когда ему было всего-навсего 23 года. И он был провозглашен раджой 3 августа 1804 какого года. И умер 17 мая 1917 года. Вот, это я вам перевел то, что здесь написано. Так, посчитайте все дальше сами. Не дожил всего 12 лет до 100 лет. Вот, это то, что я выяснил. То есть, по сути, он прожил 88 лет. Довольно большая, продолжительная жизнь у него была. Ну, здесь потрясающая экология, должен вам сказать. Я нахожусь сейчас в Восточной Малайзии. Вот такие милые мусульманки у нас здесь есть. Вот здесь строится мост. Вот здесь вот так, прямо по центру, здесь строится мост. Вот это форт. Форт, который служил для защиты крепости. Вот там есть крепость, я вам позже ее покажу. Вот это красивое здание, такое напоминающее цирк Шапито. Это парламент. Что интересно, так, здесь идет речка, протекает речка, другая сторона города, она мусульманская, там живут мусульмане, здесь жили китайцы, то есть вот там мусульмане, видите, там все чистые изумрудные лужайки, вот здесь вот куча магазинов, это здесь живут китайцы, вот такая вот интересная справка. Ну, по городу я вам позже расскажу, о городе, так, давайте я вам покажу еще раз древних жителей, как они выглядели в старину. Итак, этот мужчина был когда-то основателем, либо правителем этой провинции, так. Вот это местные жители. Ага, вот написано даже Лондон, 24-й год. Вот здесь написана даже информация на малайском языке. Выходцы из Китая. Вот так они были одеты. Вот это китайцы древние. Вот это древние местные аборигены, судя по всему. Вот здесь та же самая информация на китайском написана. Вот вам еще одни местные аборигены, так, опять-таки 24-й год, здесь указан вот 24-й год. И здесь та же информация вообще на арабском языке, потому что религиозные письмена у мусульман написаны все на арабском языке. Поэтому некоторые, самые правоверные мусульмане, они владеют арабским, для того, чтобы читать Коран. Вот еще один древний обитатель этих прекрасных широт. Тоже 24-го года, 24-м годом датируется это прекрасное творение. Вот как-то так, друзья мои. Я нахожусь сейчас в городе Кучинг, Восточная Малайзия, остров Борнео. Прекрасный небольшой городок, но очень уютный и красивый. Название которого переводится с малайского языка на русский как «кот». Вот именно так. Город-кот. Вот так как у нас есть город Изюм, либо Находка есть в России, да, со странными названиями. Этот город называется Кот. Впереди много интересного, друзья мои. Меня зовут Олег Петров. Увидимся на краю света. Следите за новостями на этом канале. Будьте счастливы.